Смотрите, движение на самом деле легкое, да? Здесь нужно просто самому быть легким. То есть легко опустился, легко закрутился. Да, еще раз показываю. То есть мы борьба с кистью поборолся. 30. То есть хоп, здесь. Вот этот эффект. Захват вот этот не бросайте, я сейчас объясню почему. Да? Подшаг, скручивание. Подшаг, скручивание, закручивание. Да? Сейчас вы пытались переходить на рычаг локтя оттуда, но это достаточно сложная история. Если я отсюда пойду на рычаг локтя, мне нужно... Да, вот начинается сложность. Он либо руки, либо он укатится, да? Да. Либо, если даже получится, он здесь руки скрестит. Начнется вот эта херня, борьба всякая. Вот. Предложу вам другой вариант. Смотрите, входим сюда, убрали трицепс шея. И прямо здесь вот за трицепс идет. Этот захват нам нужен будет для того, чтобы доделать болевой. Отсюда. Бум. И вот это движение вот сюда. По сути, американо. Я продолжаю держать его голову. Если соскочило, окей, сделайте вот такое движение. Еще разочек. Здесь, пошли. Оп, только аккуратно. Соскочило, окей, сюда. Раз, два, здесь. О. Держу его локоть. Голову держу обязательно, локоть держу. Не получилось. Продолжаю держать его голову. Ручкой просто выпрямляю, опять же против большого пальца. Бум. Долго не мучаюсь, если начинается здесь возня, вы все соскользнули, он спрятал. Окей, хватайте ручку, выходите уже на классический рычаг локтя. Да, главное, не дайте ему соединиться. Пока ваша рука здесь, соединить свои руки ему сложно. Поэтому, если что, рычаг локтя. Да? Запястье. На бочок. Окей? Продолжаем.